Добрый день, мои дорогие! Вы на канале Еда без хлопот. Сегодня хочу показать, как я готовлю мацони. Мацони грузинская. Для мацони нам требуется всего лишь два ингредиента. Это молоко и закваска. Закваску можно взять, ну, можно брать сметану, можно кефир брать, а вообще берется мацони, то, что остается. Вот. Для закваски оставляем немножко мацони на следующий раз, чтобы делать. Вот молоко я предварительно вскипятила, остудила, но должен быть градусов 36-38. Вот если у кого нет градусника, а раньше мерили как? Опускайте мизинец в молоке, и если она немножко вот кусает, не очень горячая должно быть, а просто вот и не совсем холодная, но не теплая и не горячая. Немножко, когда кусает вот палец, тогда надо начинать готовить. Значит, у меня тут 2 литра молока, так как у меня нет закваски. Вот я буду делать на сметану. А следующие разы уже лучше будет получаться, потому что там будет и закваска. Вот. 2 литра молока добавляю 2 ложки сметаны. Перемешиваю, хорошо перемешиваем. И заливаю. У меня вот такие стаканы, а она закручивается вот такими вот. Она очень удобная. Вот такие стаканчики я приобрела, очень удобные. Размешаю и буду заливать в стаканах. Я заливаю в стаканах молоко. Молоко залили в стаканах, в моем случае. Накрываем крышками и обязательно укутываем. Обязательно. Чем теплее, тем лучше. Сегодня поставили вечером, а утром посмотрим, что у нас получилось. Открываю мацони, посмотрим, что у меня получилось. Да. Какая пленочка вкусная вообще. Вот наш мацони. Получилось вот такой вот мацони. Закваску откладывайте. Где-то 2-3 ложечки. Чтобы следующий мацони тоже, ну, получилось у вас еще лучше. Лучше получится потому, что это будет именно та закваска, которая нужна. Я закваской, так как у меня не было, я сделала на сметану. Но на сметане тоже, смотрите, какая она хорошая получилась. Кому понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. До новых встреч!